Здравствуйте, с вами журнал «Showmans and Showwomans» и его ведущая Яна Бондарчук. И с нами популярная певица Ирина Бланк. Ирина, расскажите, пожалуйста, как вам сегодняшнее мероприятие? Ну, прежде всего хочу сказать огромное спасибо организаторам, потому что организовано все очень достойно. И попадаешь сюда, сразу вдохновляешься, это как сумасшедшая энергетика, много очень творческих людей, но одни приятные эмоции. А скажите, пожалуйста, вы певица, вы в каком стиле исполняете песни? Я певица шансона. Я исполняю шансон, ну, на сегодняшний день, как это говорят, модный и легкий шансон. Скажите, вы, наверное, часто выступаете, да? У вас много выступлений. Какие самые большие концертные площадки были, на которых вы выступали? Ну, сложно сказать, какие самые лучшие концертные площадки. Я очень люблю свою работу, поэтому получаю огромное удовольствие выступать на сцене города Твери, Москвы. Ну, приглашают по России, выступаем. Также ресторанный репертуар исполняем и работаем в ресторанах. То есть все очень везде нравится. Спасибо большое.